Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. В правительстве и общественности показали, как будет выглядеть новый памятник, посвященный труженикам тыла Кировской области. Сегодня завершился конкурс проектов. Члены комиссии выбрали, по их мнению, лучшие. Изначально было представлено 12 работ, большинство из Кирова и Москвы, и по одному из Твери и Ростова-на-Дону. Комиссия оценивала работы по многим критериям, в частности, стоимости выполнения памятника в полную величину. Победителем стал молодой скульптор из Ростова-на-Дону. Памятник будет выполнен из бронзы и достигать 2,5 метра в высоту. По задумке автора, это мальчик, который работает на заводе в годы войны и передает солдату оружие победы. Вот на этих 2 пилонах, которые представляют из себя вот такую разомкнутую арку, вот здесь... Сцены, как раз таки показывающие труд и в поле, и на заводе разных уже категорий. Если вы посмотрите на обратную сторону пилонов, то там автор предлагает некие отрывки из писем на фронт и из фронта кировчан. Стоимость памятника равняется примерно 7 миллионам рублей. Место установки уже известно. Это сквер на перекрестке Профсоюзной и Карла Маркса. Недалеко от этого места находятся многие заводы, которые в годы войны трудились на благо фронта. Памятник труженикам тыла планируется установить ко 2 сентября, дню окончания Второй мировой войны.